Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Тренировка. Так, забираем нашу команду отсюда. И опять же его сразу же отправляем. Окей, пускай дальше прокачивается. Так, мы можем прокачать здесь немножко домик пряничный. Все, золото кончилось. Так, пряничный домик, квесты. Запрос. Здесь ничего больше нету. В магазине. Так, бесплатно, что нам предлагают? Пес храма. Так, арена, заберем награды. Так, квест завершен, делец. Значит, мы с тобой забираем 21 призрака. И, ко всему прочему. О, как. Ну, нормально, нормально. Ничего против не имею, ребята. Погнали в бой. Подожди, а какой отряд ты взял? Этот, что ли? Секунду. Отряд, отряд. Не заметил потерю бойца. Возьмем этот, наверное, да? Или как? Да, наверное, возьмем все-таки вот этот. А ну что, 46 уровень против нас. Я тут особо сильно не буду, ребята, паниковать. Я сделаю все проще. Фехтовальщика выпущу просто наружу, и все, ребят. И он дальше тут со всеми разберется. Ронин. Ты серьезно? Он даже ничего не успел сделать. Ронин даже не успел меч обнажить свой, понимаешь? Мы его тут же зачекрыжили. Ну что ж, прекрасно. Делаем запрос. Так, смотрим, друзья мои, что у нас тут? Ведьма. Прикинь, у нас разыгрывается ведьма. А ведьма, по-моему, насколько я помню, у нас не прокачанная же, да? Нет, она не прокачанная, ребят, поэтому я пойду сюда. Так, а отрядик-то, ты посмотри, какой некислый. И что же я тут должен... Нет, ну понятно, друидку возьму. Так, ниндзю. Ну, база тут только одна. Некро и банши, наверное, да, взять. Ух. Посмотрим, ребят. Ну, если у него выйдет старый воин... Ну, друидка, конечно, поможет, это понятное дело. Так, зомби. Зомби бежит. Давай, 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 уничтожай. Так, с этим... Не понял, че... А что случилось-то? А что случилось? Мне уничтожили ниндзю. Ты смотри, что творит. Вот это да, ребята. Вот это Уэлсон. Иди отсюда. Я друидку позову. Ну, друидка, если выйдет... Так. Друидка, не подходи к нему близко. Все. Смотри, 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 что творит, а. Вышел все-таки старый пень. Е! Да выпендривался, короче, старый хмырь. А вот и все, ребята, вот и победа. Вот и победа. Забираем наши 23 карточки на ведьму. Но это еще не все, мы продолжаем битву. За 12, друзья... Что? А, за 12 уже карточек. Так, так. Раз, два. А нужна ли нам банши? Ну, пускай, пускай. Банши, некро, пускай будут остаются, ребят. Команда рабочая, ну, как бы менять не будем. Единственное, что меня напрягает, этот зомби-камикадзе. Серьезно говорю. Что-то он меня тут сильно напрягает. И больше всего меня взбесило, что... Я буду, наверное, вызывать вот этого. Нет. Тут уже придется так делать. Хлопнул. Ага. Прыгунок, ребята, прыгунок. Я потерплю, потерплю.
На тебе. Чё стою, чё жду, непонятно. Все, да выёжился. Так, сейчас, по-моему, 12 или 13, да, карточек должно быть? Да, 13 карточек. Ну и за 8 последними карточками мы обязательно сходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, тут, конечно, меня немножко подколол прыгун. Выпрыгнул он, конечно, удачно, да? Выпрыгнул удачно и немножко мне начал базу колупать. Ну, ничего страшного. Ну, кто там у тебя пойдет? Понятно. Так, вызываем банши. Где этот прыгун-то? Он должен появиться. Вот он. Ой, прыгунок, прыгунок. Смотри, что творит, а. Да на тебе, все. Запинали базу, забираем с тобой последние 8 карточек и уже идем на сюжетку. 8 карточек на ведьму. Еще, ребята, 2 таких события, и ведьма у нас прокачается по фулке. Я сейчас даже гляну, сколько там не хватает карточек на нее. Где она, ведьма? Ребята, всего 13 карточек нужно на ведьму, чтобы ее пропать. Ух ты! А что, у меня пряничный домик, что ли? Апнулся внутри, или мне кажется? А, это просто то, что я могу, понял. Так, друзья, ну что, давайте, поехали. У нас территория роботов. Именно на ней мы остановились в прошлой серии. Поехали. Команда, конечно, будет суровая здесь. Дистанция маленькая. Но нам, как говорится, отступать уже некуда. Давай, наверное, сделаем так. Да, Джиггернаут, конечно, блин, серьезная проблема. О, явился, блин, не запылился. Сейчас начнет, друзья мои, бомбить. Молнии. Давай, 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 толкателя есть. Тут главное толкателя, и все, ребят. Дальше будет немножко попроще. О, как видишь, как мы их тут. Карточка на толкателя. Редкая, кстати. Ну, я думаю, что все, ребят, победа тут уже за нами будет. Что он тут сделает? Да ничего. Замечательно. Так, подожди. Не громко, нет, ребят? Я вот не знаю, что-то мне кажется, как громковато. Тут у нас робот. Робот с ракетой. Ну, все уже знают, что лучше не стоять возле базы, да, когда этот робот появляется. Лучше идти, как говорится, вперед из песней. Так, ниндзя. Тут толкателя у него, по-моему, нету, нету. Так что, по идее, должны быстренько мы тут с ними справиться. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Начинается, начинается. Да. Попал таки, да, все-таки? У него еще массовая атака, то есть попадает в одну цель. И все, кто рядом стоит, тоже, ребята, получают урон. Не надо, не надо, не надо сюда бить. И он сюда бьет. Ё-моё. Да что там за возня, не могу понять. Да я так сделаю. Опять он, а? Что-то он мне поддастал уже, если честно, ребят. Посмотри, как эти достали.
Что происходит, эй? Да чтоб тебе, блин. Ну, если честно, я немножко не ожидал. Где, опять что ли этот охламон там уйдет? С своей ракетой. Ты смотри, что творит, а? Ребят, я не могу пройти. Смотри, он целую орду джиггернаутов своих призвал сюда, блин. Шлюпок, а? Я ничего не могу сделать. Просто ничего не могу сделать. Одного джиггернаута убьешь, сейчас урон получим, ребят. Сейчас мы с вами получим урон по базе. Короче, понятно все. Все, тут можно фейлиться. Да. Я в шоке, я просто в шоке. Почему мы не можем пробить? Такого я давно не помню, чтобы проиграть здесь каким-то роботом-бомжам, извини меня. Да не хочу я идти сюда, мне дайте мне пройти, блин, на 100%. Чего вы меня туда кидаете? Так, значит, все-таки это паршивый робот, да? Фу. Погнали. Взбесили они меня, короче, по полной программе. Сейчас буду с ними разбираться. Сейчас я буду с ними разбираться без компромиссов. Ой. Блин. Давай, 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 давай. Да ты посмотри, он... Ну и хорошо, что туда попало. Так, грифу позовем. Он джиггернаута попал, да? Ну и все. Все, ребят. А то нифига он начал тут выпендриваться. Полюбуйся на него. Отомстили. Отомстили по полной программе, ребята. Отлично. Все, двигаемся далее. Двигаемся далее. У нас предпоследний этап. Ну, я не знаю. Тени толкай тут бесит меня. А тут еще и толкатель идет. Друзья, тут еще и толкатель. Попробуем, наверное, этой армией. Блин, толкатель мне не нравится. Че, паладин? Ну, паладин, ребята, ну что он? Ну, ничего особого такого не сделал. У нас вот, всадник на журавле, точно. Всадник на журавле как раз он может бомбить и толкателей. И всех. Всех-всех-всех пробивать. Сейчас я еще и друидушку позову. Не, всадника уже позову на журавле. Смотри, что творит, а? Тени толкает, он достанет. Да, и там еще и воблер, что ли?
Давай, друидка, выходи, что-то тут вообще как-то у нас не очень все сладко. Е. Красавчики. Блин, ну все равно напряжно. Напряжно было. Последний этап, друзья. Ядерный робот. Я думаю, что мы справимся, наверное, без супер-пупер нашего отряда. Если он даже выйдет, этот ядерный робот, мы его будем, естественно, дамажить. Причем по-черному будем дамажить. Упс, упс. Палыч. Палыч и молотильщик сразу же, автоматически, ребят. А следом уже выйдет спокойненько себе друидушка. Он что, серьезно занялся паладином? Отчаянный тени-толкайчик был. Так, смотри. Вырвал щит. Не понял, что это за этот? За борзотень, а? Да этот... Воу-воу-воу, вышел все-таки, прикинь. Вообще ничего не успел, сдулся, короче. А я тебе говорил, что мы справимся. Ну что, забираем награды. Так, ядерный робот. Окей. И... термин 9000, ну ничего себе. Так, Тритон и Богиня Солнца. Так, ребята, у нас новый, свеженький портал. Нефритовая долина, долина подданных, территория нежити. Опять же, нефритовая долина и территория подданных. Ну, на чё? В первый раз такой вижу, чтобы 2 по 2 было, ребят. То есть у нас две долины нефритовые и две долины этих подданных. Прикинь? Так, что мне тут делать-то? Если тут тигр плюс этот маленький плешивенький самурайчик, тут, наверное, надо будет. Давай. Ну, понятное дело, что здесь нам понадобится паладин. А может быть и не только паладин. Давай. Видишь? Чем всадник на журавле прекрасен. Ему по барабану на этот предсмертный хрип, который делает тигр. И он себе спокойненько стоит и бомбит базенку дальше. Вот это круто. Вот это замечательно. Вот и все. Ну что же, давай двигаться дальше. Идем мы с тобой в правильном направлении. Все у нас хорошо пока получается. Храмовый пес. Тоже ерунда. Ну, может напугать. Шанс, конечно, есть напугать, но это, ребят, не смертельно. Если бы он пугал бы нас совсем, то есть мои бойцы просто убегали бы и все, и не возвращались. А он просто шуганет, они отойдут. Там буквально минутка-другая, и они обратно уже идут. Так, давай, станем. Блин, что-то их тут скопилось дофигища. Он, видишь, вот он был напуганный. Также этот напугался. В общем, шугает потихоньку нашего брата. Вот это, конечно, самое бесявое. Когда он выпускает эту душу, это самое бесявое. Ну, благо у нас тут бойцы довольно крепкие. Их одной, как говорится, душой не испугаешь. Там нужно как минимум две души, чтобы уничтожить. Что щитобота, что паладина.
Так что они справились со своей задачей. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да, ребята. Именно Ронин. Что делать будем? У нас выбор невелик. Да, у нас выбор невелик. Ну застанил бы его, что ли? Да. Вот так вот он сейчас и будет нас, друзья мои, выводить из себя. Да ты серьезно, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сложно с ними, сложно, конечно, бодаться. Ты посмотри. Палыч, выходи. Угу. Кажись, получается. Кажись, получается. Сейчас всыпят нам по первое число. Вот не будет. Е. Блин. Контролировать Ронина — это, ребята, хуже не придумаешь. Сложно. Его можно, знаешь, чем еще контролировать? Очень неплохо. Ползуном. Есть такая улитка, ползун называется. Вот. Она очень хорошо его контролирует. То есть он бежит, улитка его убивает практически сразу же. По-моему, так. Тут Ронина нет, да, вроде бы? Не было его. Но здесь есть ниндзя. А здесь есть ниндзя. Блин. Блин. Еще вытворяет. Молния, ребята, только молния нам тут поможет. Да куда же ты, блин? Фью. Просто повезло, ребят. Серьезно говорю, тут просто чистое везение. Так, вот если душа сейчас вылетит, это будет плохо, это будет больно. Хорошо. Всех к ногтю. Богиня, выходи. Да наносите уже урон-то по этой базе. Богиня солнца просто прямой наводкой. На тебе. И прожарили. Так, ну что, последняя миссия тут. Блин, а тут возвращается Ронин. Дай-ка я, знаешь, что сделаю, наверное. Вот сюда поставлю ползуна. Да, наверное, мы сделаем ползуна здесь. Так, меняем отряд. Состав отряда меняем. Убираем. И ставим, где у нас ползун? Так, подожди, я не понял, где ползун? Можно пришельца, кстати, тоже, но он 225, мы не успеем. Вот он, друзья мои, ползун. Насколько я помню, он действительно должен успевать подбивать Ронина. Слушай, а зачем
Погоди, в этом тут жнец. Не-не-не-не-не-не-не, не то, не то, ребят. Не то, убираем. Ставим обратно, кто у нас тут был? У нас был фехтовальщик. Меняем другой отряд. Вот этот вот. Убираем прыгуна. И ставим ползуна. Поехали. В бой. Сейчас посмотрим. Вот о чем я тебе и говорил. Ползун очень хорошо спрыгнул. Блин. Отлично. Так что есть, есть противовес ползуну. Ой, ползуну, Ронину. Это именно ползун. Но опять же, ребята, он должен быть прокачанным. Если он не будет прокачанный, то вряд ли у вас получится что-то. Так, ну мы забираем награду. Сундук Нефритовой империи. Отлично. Так, переходим на территорию подданных. Здесь у нас воришка. Ну, точнее, убийца, да? Бродяга. Ну, по идее, вот этот отряд, ну, должен, ребят, справиться. Ну, что тут? Тут мечник плюс голодранец. Давай попробуем. По идее, голем должен быть сильнее. Да, вот бродяга то, что идет. Бродягу надо подлавливать, друзья. Вот, бородягу подловили. Ниндзю вызвали. Видишь, голем, он один держит. Ну, почти двоих. В прыжке. В прыжке замер. Угу. Далеко ли собрался-то, парнишка? Побежал уже довольный. Так, толкатель. Там бродяга идет. Да, ниндзя справляется идеально. Ниндзя бродягу просто убивает. Причем на изи. Так, ну что, вторая у нас. Да, ну что здесь, ребят? Ну, здесь прибавляется этот крестьянин. Да, он быстрый, шустрый. Поэтому нам нужно как можно быстрее вызывать голема. Как можно быстрее вызывать голема, говорю. Успели. Так, тихо вы. Так, нам нужна энергия. Блин, ползет, 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 друзья. Не успел же, нет? Не успел. А кто не успел, тот опоздал. Толкатель. Ты бич. Да, вот тут вот толкатель проигрывает по скорости именно. Бродяга победил. Бродяга победил и даже не успел добежать до нас. Мы ему замок-то и уничтожили. Так, ну что, двигаемся далее. Третий этап. Третий этап. Здесь у нас нет энергии, нет энергии, нет энергии. Так, у нас остается только здесь и там. Фехтовальщик. А мы, по-моему, с тобой пробовали, да? Фехтовальщик вроде бы быстрее, чем бродяга. Но мне не нравится маг. Тут, естественно, джиггернаут пойдет. Это даже не... Вот. Вот-вот-вот-вот. Сейчас вот, ребят, надо бы будет тестить, я не знаю. Как-то проверять. Да. Фехтовальщик быстрее.
получается, чем... Да иди ты, эй, Кейт, он уже там. Опа. Быстро, быстро он с с бродягой разбирается. Наш фехтовальщик вообще моментально. Шурк-шурк, и все, и он готов. Классно. Тогда двигаемся дальше. У нас предпоследний этап. Тьфу, умоляю. Он меня хочет напугать своей вот этой жрицей, которая типа якобы должна хилять его черного рыцаря. Черного мечника, да? Ну что ж, давай посмотрим, чья правда. Я же знаю, что у нас... Блин. Блинский блин. Нет. Давай, давай, баллиста, выходи. Блин, еще и застанили, ё-моё. Сейчас, 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 вот. Все. Все, так, тихо, Джиггернаут, выходи. Блин, сейчас подобьет мне. Уничтожил таки, а? Уничтожил таки мою баллисту, ребят. Ну, фехтовальщик, конечно, крут. А вдвоем они вообще там... Молодцы, ребята. Молодцы. Так, и у нас последний этап здесь. Король, да? Королюшка. Слушай, а у меня ползун, по-моему, не прокачан на 5 звезд, да? Насколько я помню. По-моему, не прокачан. Опа, 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 опачки, бродяга идет. Ребята, идет бродяга. Я вот здесь подожду. Ронин. Ползун. У ползуна еще в чем, ребята, преимущество? Смотри, 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 смотри. Идет, 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 идет. Бэмс. Больше не идет. Ну что, Босяцкий, ты выйдешь сегодня или нет? Королик. Тебя умоляю. Королик в штанишке наложил. Сразу же. А вот и сундук. Да. Ну что, территория нежити у нас. Тут. Блин, а мне не нравится то, что здесь летучая мышь. Ай-яй-яй. Но этот отряд брать, мне кажется, смысла нет. Придется тогда вот этим отрядом играть как-то. Хотя бы на первых порах. Нам нужно законтрить чумную мышь летучую. Других вариантов здесь не будет. Хоба. Вызову тоже свою чумную. Пускай он будет летать. Е. Вообще, вообще быстро. Вообще быстро. Считанные секунды, ребята, и все. А вот с привидением-то уже будет похуже. С привидением будет похуже, потому что призрак даже нашего ползуна очень быстро уничтожит. Вот в чем беда. Ну пошли. Чего у нас выбора все равно нет, нету. Даже не застанил, да? Ползу, но... Че ты у меня оглушаешь, не могу понять. Да. Тоже, тоже очень быстро тут все получилось. Практически моментально, ребят. Так, третий этап. Блин, меня просто раздражает чумная, а. Если бы вы знали, как меня раздражает чумная летучая мышь. Именно вражеская, не моя. Моя там не нравится. Вот
Теперь сиди и думай. Ну, вызову я Джаггера, предположим, Джаггернаута, да? Нет, тут, наверное, надо брать баллисту. Фигисту тут надо брать. Он что, призрака не вызывал еще? Окей. Идет, ребят. На что рассчитывает? Все знают, на что рассчитывает он, да? Вот на это. Так, еще одного джаггернаута надо вызывать. Еще одну баллисту. Так, ускоряшка. Но это было тоже очень даже неплохо, ребят. Немножко подольше, конечно, но все-таки разобрали. Так, а тут у нас, блин, некро, чумнуха. Так, у нас на этом отряде ниндзя. Нет, все-таки какой я взял отряд? Ё-моё. Не этот я хотел, не этот. Ползи. Фига. Вот, ребят, вот вам итог. Чё там? Где отсюда? Давай. Блин, ну я на самом деле не этот отряд хотел брать. Этот отряд бы мне вот здесь пригодился бы. Ё-моё. Да. Как мы сейчас тут будем разбираться? Ну, жнеца, если вызовем, да? Жнеца. У него дед. Старый воин. Который одним станом может... Знаешь, что на... Блин. Блин, блинский. Чумнуха, да... Ой, чумнуха. Давай. По нему бомби. Так, сейчас мы, знаешь, что сделаем? Блин, сейчас некро начнет своих этих вшивых вызывать. И вот это уже будет неприятно, ребят. Где баллиста? Чё так долго-то? О, явился, ребят. А сзади, ну конечно же, сзади, ребята, будет стоять именно... Да, именно этот. Есть, подбили мы его. Ну? Да выёживался, ребята, да выёживался. Все. А дальше ему крантарики. На воздушном шарике, я тебе скажу. Тотальное уничтожение. Все. Замечательно. Отряд справился. Почти на 100%, ребята. Ну что, мы забираем сундук нежити. И у нас опять нефритовая долина. Блин, маленькое такое расстояние. Он самурай, да, вызывает? Мы вызываем голема. Он вызывает сразу ниндзю. Мы тоже будем вызывать ниндзю, но тут проблема в другом. Да. Если он сейчас в истерику будет впадать, а он будет наверняка впадать,
Чё-то я даже не удивлен этому. Ну все, сейчас начнет запинывать нас. Молния, давай. Фью. Повезло нам крупно. Ну этот все время в истерику начинает впадать. Ё-моё. Постоянно ноет. Нормально вот это вот? Я понимаю, один раз, но не постоянно же. Что-то я не могу понять, куда мне бьют-то там у него. Есть. Уничтожили. Так, а у нас есть где-нибудь энергия-то? Что, получается, только на одном вот этом отряде? Я, друзья, не уверен, что мы сможем этим отрядом что-то вообще здесь сделать. Начнем с этого. Ой, как я не уверен. Не-не-не, друзья, ну... Ну какое тут? У меня даже танка нету, прикинь. Я даже... Не, это бесполезно. Мне даже... У меня нету никого танка. Вообще ни одного танка, чтобы я мог как-то прикрыться. Да и база сама по себе ватная, даже супер удар бы не помог бы. Ну что, друзья мои, на этой ноте я тогда буду сегодня завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!